Думаете, это надолго? Нет, он скоро закончит. Я ухожу, Шарлин. Отчеты просмотрю позже. Отмените все мои встречи на сегодня. Ладно. А, капитан, агент Норман Джейден из СФБР ждет вас. Джейден, конечно, мы вас давно ждем. Честно говоря, я спешу. Может, пойдете со мной? Поговорим по пути. Да, конечно. Я хотел представиться, прежде чем приступать к работе, но... Может, лучше в другой раз? Нет, лучше сейчас. Правда, у меня пресс-конференция. И так каждое утро. Поверьте, устаешь думать каждый день, что им сказать. К счастью, сегодня новости есть. Вы уже видели Лейка? Да, сегодня утром. У него свои методы, но он хороший коп. Уверен, вы поладите. Вы умеете завязывать галстук? Может быть. Честно говоря, нам не очень-то нужна помощь ФБР, но пресса так и наседает. Дело мастера оригами в самом деле становится проблемой национального масштаба. В этой стране сотни убийц, но знаете ли, этот маньяк оригинал оставляет цветы, оригами эти. Пойди пойми, как пронюхала пресса, на нас словно свет клином сошелся. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. Нет. Ну что вы. Я жду, что вы добьетесь успеха и очень быстро. Пресса жаждет результатов. И надо подать их на блюдечке с голубой каемочкой. С криминалистикой у вас лучше, чем с узлами. Не надо, сам справлюсь. А, и Шарлин может показать вам ваш кабинет. Советую также заглянуть на пресс-конференцию. Она даст вам представление, какая у нас тут обстановка. Спасибо, сэр. Добро пожаловать, Джейден. Окей, я готов. Для начала можно обсудить подробности. Сейчас я немного занят. Обсудим это чуть позже, хорошо? Ладно. Не страшно. Дайте знать, когда закончите. Отличные часы. Мы дарим такие часы новым лейтенантам. Последние 20 лет всем, получившим повышение. позволяет экономить время, и все бывают рады подарку. Вы тоже можете внести свой вклад. Нам немного не хватает. Передайте Ларре мои поздравления. Непременно, сэр. Капитан сказал, вы отведете меня в мой кабинет. Да, конечно. Идемте. Это мой кабинет? Вас велели отвезти сюда. Если что, обращайтесь. Так, пора поработать. Шаг первый. Сменить кабинет. Так-так, это что-то новое. ОРС-запись. Следы шин на обочине зашлись над дорожными путями. Видимо, машина убийцы. Вероятно, машина убийцы Шевроле Малибу 8-3. распространенный вид. Никакого толку. Ни отпечатков, ничего. Ни единой зацепки. В городе один такой магазин. Восемь жертв за 3 года. Мальчики 9-13 лет. Ни следа насилия. Жертвы пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через 3-5 дней. Утонувшими. В дождевой воде. Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Больше сотни подозреваемых. И ни единой зацепки. Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Надо пойти умыться. Мне это нужно, иначе я могу потерять сознание. Спокойно, спокойно, я смогу. Я обойдусь и без этого. Не должен увидеть. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели, сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся, а Шона уже нет. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. Приблизительно в... четверть пятого. Да, точно, четверть пятого, потому что при входе в парк я взглянул на часы. Во что сегодня был одет ваш сын? На нем была куртка. Зеленая. И еще штаны. Бежевые. Как Шон умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? Я не могу сказать точно. Все случилось так быстро. Вы были в парке сразу после школы. О пропаже сообщили в четверть девятого. Почему так поздно к нам обратились? Я искал его повсюду. Думал, что он где-то недалеко. У Шона не было никаких проблем, мистер Марс. Таких, чтобы сбежать из дома. Нет. Думаю, что нет. Не было проблем в школе или постоянных ссор между родителями. Мы с женой в разводе. Уже 6 месяцев. Но Шон не ушел бы, не предупредив меня или мать. Ладно. Больше вопросов у меня нет. Вы свободны, мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог это быть мастер оригами? Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть 4 дня на поиски. Что-нибудь известно? Нет, пока нет, но поиски продолжаются. Они думают, это мастер оригами? Пока рано об этом говорить. Но полностью исключить нельзя. Что стряслось, Итан? Как можно было его потерять? Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Извини. Случайно сорвалось. Я так волнуюсь. Я не выйду.